Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут? Забыл его спросить. Лет 10-12. Бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машины обступают на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я поеду на танке с вами. Прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом вы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.